сердце дела не Христа. Он избавит, Он спасет тебя. Христос пролил святую кровь, чтобы только нарезли. Приди к Нему и будь готов, Христу всегда служи. Лишь доверься, лишь доверься, милости Христа. Он спасет тебя. Спаситель и всегда и будь, небесный вечный дом. Ты жив к нему должен, все наше счастье в нем. Лишь доверься, лишь доверься, милости Христа. Doveряй на всякий час.
наше бедное мое, он ведет прямым путем. Доверяй Христу во всем, доверяй во всякий час, доверяй Господь Бога, чтоб не встретил мире зло. Доверяй Христу во всем, Бог со мной, я веселюсь, а ты мой сильный молюсь, так и слышу каждый дом. Доверяй Христу во всем, доверяй во всякий час, доверяй во свет Бога, чтоб не встретил в мире зло. Доверяй Христу во всем, доверяй тому, кто спас, доверяй и смертный час, пока вечность не войдем. Доверяй Христу во всем, доверяй на всякий час, доверяй во свет Бога, чтоб не встретил в мире зло. Доверяй Христу во всем. А в молдавском песеннике 104 номер. Кретинцами ануй пенеси, владит он форме речи. Ем ен Сарватор умел, ен ел манкрет ен веч. Кредица бяной пенесит, кледен ен форме речь. Чиле ен Сарватор умел, ен ел манкрет ен веч. А собствен сен чиле лежу, сен спелел мел. Не забудьте, следующее воскресенье будет праздник урожая. Вы не постарайтесь это не пропустить. Мы хотели бы быть для вас ободрением. Где вы получите настоящее благословение, находясь. Потому не забудьте пригласить еще кого-нибудь вместе с собой. We've got a book here tonight. Maybe some of you didn't get. Сегодня мы хотим вам вручить книжку. В прошлый раз, возможно, кто-то не получил. Why sit here till we die? Почему мы сидим здесь, пока не умрем? Some of you got this book, but some of you didn't get it. Некоторые получили уже, некоторые еще не получили. And we want to get that to you tonight. Сегодня вечером мы рады вам вручить ее, чтобы у вас было. You'll find some lepers who didn't have a lot going, but they thought enough to go into the city and save the whole city from starvation. Которые не имели чего делать, пошли в другой город и спасли свой город от голода. This little booklet will help you understand your responsibility as a Christian. Поможет вам понять вашу ответственность а как христианина. So I think it'll be a blessing to you tonight. Поэтому я думаю, это будет для вас благословением. Keep praying for Volody and Galina. Продолжайте молиться за здоровье Володи и Галины. For Nina. За Нину. Continue to pray for Valentina. За Валентину. Continue to pray for Irina. За Ирину и Олега. Continue to pray for Angelica. За Анжелику. If you could remember to pray for Tamara. Вспомнить молиться за Тамару. Another Tamara that was here and visited. Тамара, pray for Veronica. Фенью, Fenya, Fenya's still in the hospital. По-прежнему в больнице?
Вышла в Thank the Lord, that's good. We prayed for her. Да, мы будем продолжать молиться за неё. Praying for. Также. Pray for also Vera. Молитесь также за Веру Колодезную, не вижу её. Колья, Николай. Колью также не вижу его. Сережа и Валентина. Сережа и Валентина. Dr. Сережа, Валентина is still at home. Сережа здесь, Валентина по-прежнему дома. So you pray for her. Молитесь за её выздоровление. We don't forget anybody. Мы не забываем никого из вас молиться. And we pray. I still pray and. Your brother Сережа. Молюсь за Анного брата Сережу. I still pray for him. Я по-прежнему молюсь за вас. I haven't forgot about Я him. Я не забыл про Сережу и его неправильное поведение. If you said something to us about Потому prayer, если вы когда-то нам о чем-то говорили из вашей жизни, из трудностей каких-то, мы не забываем про вас. And so we continue praying for you. И мы продолжаем молиться об этих нуждах. That the Lord will continue to help you. Чтобы Господь продолжал вам помогать в этом. Understand the truth. Понять истину. And be able to live by it somewhere. И жить ею. Anybody else have any prayer needs tonight? Может быть, у кого-то еще есть молитвенные нужды, просьбы этим вечером? Something on your heart? Что-то ваше сердце тяготит, беспокоит? Everything heavy on their heart. Well, we're going to help minister to you tonight. Да, мы хотели бы ободрить вас этим вечером. Thank you for coming tonight. Спасибо за то, что вы пришли. When you're not here, и когда вас нет здесь, we do miss you. Мы очень скучаем по вам, и нам интересно знать, что с вами произошло. And we care what happens to all. И нас интересует, где вы, и что с вами, и когда вы будете. What happened to so-and-so and everything. Потому много вопросов задаем, не всегда получаем ответы на них. So don't forget next Sunday. А потому не забудьте следующее воскресенье, праздник урожая. Let's go ahead and stand for prayer. Давайте мы теперь встанем для молитвы. Драгоценный, любящий наш Бог, Тебе, аллилуйя, славное поклонение за то, что любишь нас, за то, что нас собираешь, напоминаешь нам о себе, драгоценном Боге, который вечно был, есть и вечно будет. У Тебя нет ни тени перемены. Все обвешают, все изменится, Ты тоже во веки вечный был, есть и будешь. Тебе слава, аллилуйя, поклонение от нас, рабов Твоих. Каждое сердце открой, где слышание Слова Твое. Надо пола благословить в Слове. Дай ему сказать в силе Духа Святого. Дай принять свои сердца и исполнить свои жизни. Милость Твоя, любовь Твоя будет над всеми нами, чтобы мы познали Тебя и вошли в обитель Твою, в Новый Иерусалим, хвалить Тебя и славить Тебя во веки вечные Бога нашего Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Чтобы Бог дал вам благодать для понимания. Isaiah 6, 6 глава пророка Исаии, in verse number 4, 4 стих. The post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. И поколебались дверные косяки от голоса восклицающего, и дом наполнился дымом. That's what I want for our church here. Вот это то, что я хотел бы видеть в нашей церкви. Smoke-filled house. Чтобы дом наполнился дымом. You say, well, what does all that mean? Вы скажете, что же это все означает? Let's bring it down for our family. Чтобы это было и в нашей семье. I want my house to be a smoke-filled house. Я хотел бы, чтобы мой дом был наполненный дымом. I want the home of my heart to be a smoke-filled heart. Чтобы мое сердце было наполнено дымом. Of course, we know when the smoke filled the house, this wasn't the first time in the glory of God came down to meet with the people. Когда дом наполнился дымом, это не первый раз, когда Бог в славе своей сходил посреди народа. We'll find that why the glory of God came down. И мы узнаем, почему сходила Божья слава на то место. I'm grateful the filling of the God's house is not over. И я славлю Господа, что наполнение
Божьей славой Божьего дома не закончилось. We talk about the filling of God's house. We're talking about the Spirit of God working in people's hearts. Мы говорим о том, когда Дух Божий продолжает свою работу в людских сердцах. Jesus told the disciples, he said, "You wait and be endued in Jerusalem until the power of God falls on you." И Иисус сказал своим ученикам: "Оставайтесь в Иерусалиме до тех пор, пока не наполнитесь силой Святого Духа." That's where God's people are changed. Это тогда, когда Божьи люди меняются. That's where the word of God's working in people's lives. Это когда Божье слово производит работу в людских сердцах. It'd be wonderful if the glory of God would fill this room. Было бы прекрасно, если бы Божья слава наполняла это помещение. I'm glad that God still sends the glory. И я рад, что Бог по-прежнему посылает свою славу. In fact, he wants to. Он желает это сделать. He wants us to be controlled by the Holy Spirit. He wants us to be led by the Holy Spirit. Он желает, he wants to be directed by the Holy Spirit. Нас контролировал Святой Дух, чтобы руководил и вёл нас Святой Дух. He wants to send the power of God. Он желает послать Божью силу. He wants to fill this place with the smoke of His glory. И он желает наполнить это место дымом своей славы. If we don't want it, then we will go somewhere else where it is there. И если мы этого не желаем, мы пойдем в другое место, а где этого нет. I don't know about you, I want to experience the smoke-filled house. Я не знаю насчет вас, но я хотел бы переживать наполненное дымом славы дом. God shows up in the Old Testament and fills the place with His power. Бог являлся в Ветхом Завете, когда наполнял помещение собственной славой. Look at Exodus chapter 40, please. Посмотрите книгу Исход, 40-ю главу. Exodus chapter 40. 40-я глава Исход, страничка 106. In order for God to fill the house, you have to be saved. Для того, чтобы Божья слава наполнила ваш дом, вам необходимо быть спасенным. If you're not saved, если вы не спасены, you need to get born again by the blood of Jesus Christ. Вам нужно родиться заново кровью Господа Иисуса Христа. You need to receive Jesus as your personal Savior. Вам нужно принять Иисуса как вашего личного Господа и Спасителя. Then once you get saved, и тогда, когда вы принимаете спасение, God starts filling your soul and controlling your heart and telling you what to do. Бог наполняет вашу душу, контролирует ваше сердце, говорит вам, что необходимо делать. Exodus 40, 40 глава книги Исход, verse 34. 34 стих. Cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Затем облако покрыло шатер собрания, и слава Господня наполнила скинию. Moses was not able to enter the tent of the congregation, because the cloud abode thereon, and the glory of the Lord filled the tabernacle. И не мог Моисей войти в шатер собрания, потому что облако пребывало на ней, и слава Господня наполняла скинию. When the cloud was taken up from over the tabernacle, the children of Israel went onward in all their journeys. И когда облако поднималось от скинии, дети Израиля шли дальше во всех путешествиях своих. But if the cloud would not be taken up, then the journey not till the day that it was taken up. Но если облако не поднималось, то они не путешествовали до того дня, когда оно поднималось. The cloud of the Lord was upon the tabernacle in day, and fire on it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys. Ибо облако Господне было над скинией днем, и огонь был над ней ночью, перед глазами всего дома Израиля во всех путешествиях их. Here Moses gets instructions for God how to build the tabernacle. И здесь Моисей получает наставление от Бога, как построить вот эту палатку, называемую скиния. He built that tent. Он строит эту палатку. That tent was the dwelling place of the glory of God to fill the tent. И это было местом остановки Божьей славы на этой палатке. When he got that tabernacle built and when they got the furniture in place, he set everything in order. Тогда, когда они построили эту палатку и поставили все необходимые там предметы, тогда Божья слава спустилась на нее. Things were set up just like God wanted them. Тогда, когда все было установлено так, как Бог повелел им сделать, they were ordained by God. Они были установлены Богом. When the priests were sanctified, when the house was sanctified,
sanctified, brother. Когда священники осветились и осветили дом. The house was set apart. А он был поставлен в сторону. The priests were the ones who were the service, the tabernacle. They were set apart as well. И также все священники, они определились для особенной цели. The Bible says the glory of the Lord filled the tabernacle in so much Moses was not even able to stand there. И Библия говорит, что слава Господня наполнила, что даже Моисей не мог там стоять. If you want the glory of God to fall in your life, you're going to have to set yourself apart from the world. Set your heart apart from the world and follow Jesus. Если вы хотите, чтобы ваше сердце было отделено для Господа, тогда вам необходимо сделать такое же решение. What was so special about the tabernacle? Что же было такого особенного в отношении этой палатки? Why did God come there? Почему Бог туда спустился? Well, I'll tell you why. И я вам скажу почему. Because when they laid out the furniture inside, it was made in the shape of the cross. Потому что тогда, когда были расставлены все вещи в этой палатке, они формировали форму креста. You say, well, how's that supposed to be? Вы скажете, а как это так случилось? God did it the way that He wanted to do it. Бог сделал так, как Он пожелал это сделать. If you sat up in a plane and looked down, all of that it was in the form of the cross, the Если way that God wanted. Если бы вы с самолета посмотрели сверху вниз, вы бы увидели всю мебель поставленную в форме креста. That means if you want to have the glory of God fall in your life, you got to get near the cross. И если вы желаете, чтобы Божья слава наполняла вашу жизнь, вам нужно прийти ко кресту. You see, when we put the emphasis on the cross, when we set ourselves apart for the glory of God will fall. Тогда, когда мы ставим себя в сторону для Божьей славы, тогда Божья слава спускается на нас. Look at 1 Kings chapter 8. Переверните в первую книгу о царей, 8 главу. 1 Kings chapter 8. Первая царей, 8 глава, страничка 382. Verse 12. Стих 12. Then spake Solomon, the Lord said he would dwell in the thick of darkness. Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что он будет обитать в густой тьме. Then surely built thee a house to dwell in, and set a place for thee to abide forever. И я несомненно построил тебе дом для обитания, утвержденное место для твоего пребывания в нем вечно. And the king turned his face about and blessed all the congregation of Israel, and all the congregation of Israel stood. И обратился царь лицом своим и благословил все собрание Израиля, и все собрание Израиля стояло. And he said, Blessed be the Lord God of Israel, which spake with his mouth unto David my father, and hath with his hand fulfilled it, saying. И сказал, благословен будь Господь Бог Израиля, который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и исполнил рукой своей, говоря. Verse 22. 22 стих. Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of the congregation of Israel, spread forth his hands toward heaven. И стал Соломон перед жертвенником Господним в присутствии всего собрания Израиля и простер руки свои к небу. And he said, Lord God of Israel, there's no God like thee in heaven above or on earth beneath who keepest covenant mercy with the servants that walk before thee with all their heart. И сказал Господь Бог Израиля, нет Бога подобного тебе на небе вверху или на земле внизу, который хранишь завет и милость к слугам твоим, хранящим перед тобой всем сердцем своим. When Solomon prayed, the glory of God fell. Тогда, когда Соломон молился, Божья слава спустилась. When Solomon had built not the temporary dwelling, but a permanent dwelling for God, the glory of God fell. И Соломон не строил временное жилище для Бога, но постоянное, тогда спустилась Божья слава. That sanctuary for its dedicated and intended purpose for what it was supposed to be. И это святилище, у него была особенная цель, которую нужно было выполнять. It was dedicated for the service. Оно было посвящено для служения. It was for praise and sacrifice. Оно для славословия и жертвоприношения. It was for the daily use of what God wanted. Для ежедневного использования Бог желал. And the glory of God came after he prayed that prayer and after he dedicated to the use of God, then the glory of God came.
И Бог, когда посвятил его для своего обитания, тогда только спустилась Божья слава. Many churches wonder why the glory of God doesn't come. Многие церкви интересуются, а почему Божья слава не сходит? I'll tell you why. Я вам скажу почему. Because God's house is being used for everything else but church. Потому что Божий дом используется для разных целей, не для церковных целей. When the sanctuary was dedicated in 1 Kings 8, the same account is found in 2 Chronicles 7, but they did a little more detail that showed us that not only is there a sanctuary dedicated, but they're shouting in the sanctuary. Кроме этого отрывка в 1 Царей 8 главе, есть в книге Хроник такое же описание, которое более детальное о том, что они делали, поклоняясь или хваля Господа. After Solomon dedicated it with prayer, he began to sing praises, and they started to shout. После чего посвятили храм, Соломон восклицал славословие, и это побудило Божью славу. You know what happened? The glory of God fell. И тогда Божья слава спустилась. And the glory of God fell, and even and it was even so thick in there that the priest couldn't even stand up in the place. Настолько густо наполнило помещение, священники не могли стоять в присутствии Божьей славы. So they were shouting. А потому они восклицали. The sanctuary was dedicated. Они посвятили святилище. They were all sanctified. Они все освятились. But in Isaiah 6, в Исаии 6 главе, there was another time here. Описывается другое время. When the glory of God filled the house. Когда Божья слава наполнила дом. It's actually more specific than the other instances I read to you. И теперь обосабливается от других случаев, которые мы читали в книге Исход и Царей. The first three said that the glory filled the tabernacle. А первые три написано, что слава наполнила скинию. But here in Isaiah, а здесь в Исаии, it said the smoke filled the tabernacle. Написано, дом наполнился дымом. Now, why did the smoke fill the house? И вы спросите, почему дом наполнился дымом? I'll tell you why. И я вам дам ответ. Because Isaiah and the people needed security. Потому что Исаии и его людям необходимо убежище. What do you mean? Вы скажете, что ты имеешь в виду? Go back to Isaiah chapter 6. Вернемся к Исаии 6 главе. Isaiah chapter 6. 6 глава Исаии, страничка 702. Look at verse 1. Первый стих. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Год, когда умер царь Озия, я видел также Господа, сидящего на престоле, высоком и вознесенном, и шлейф одеяния его наполнял храм. You know what? Uzziah died, and he saw the Lord high and lifted up. И Озия умирает и видит Господа высокого, превознесенного. That's very important. Это очень важно. You know, you and I ought to lift the Lord high and lift it up. И в вашей, и в моей жизни Господь должен иметь высокое, превознесенное место. Something interesting about Uzziah. Нечто интересное еще в отношении Озии. He took the throne when he was 16 years old. Он сел на трон, когда ему было 16 лет. He ruled for several decades. Он руководил несколько десятков лет. He did some great things that God had him to do. Он делал великие вещи, которые Господь повелел ему сделать. But at the end of his reign, he disobeyed God. А в конце своего царствования он не послушался Господа. He offered up incense that he was not supposed to offer up. Он принес жертвоприношение, которого не должен был приносить. He got things out of order. И все не было упорядочено. Как должно было быть. He was doing things he wasn't supposed to be doing. Он делал вещи, которые не должен был за них браться.
I wonder tonight, are you doing something you're not supposed to be doing? Мне интересно, делаете ли вы то, что вы не должны делать? Are you messing with things you're not supposed to be messing with? Запутались вы в таких вещах, которых вы не должны были даже не прикасаться? Are you hanging around people you shouldn't be hanging around? Общаетесь ли вы с людьми, с которыми вам нет ничего общего? Are you putting things into your body you shouldn't be putting into your body? Ставите ли вы ваше тело вещи, которые не должны прикасаться к вашему телу? Are things coming out of your mouth that's not supposed to be coming out of your mouth? Выходят ли из ваших уст вещи, которые не должны исходить оттуда? Uzziah was doing some things he was not supposed to do. Оззя делал вещи, которые не должен был делать. It might have been good that he was offering incense, but it wasn't right. Было бы хорошо, если бы он был занят жертвоприношением, но это не было к месту. He offered incense when he wasn't ordered to do it. Он приносит это жертвоприношение, когда он не предназначен для этого. He got things out of order. Он не соблюдает определенный порядок. He did things he was not supposed to do. Делает вещи, которые не должен делать. What you see, you think. То, что вы видите, о том вы думаете. What you think, you do. То, что вы думаете, то вы делаете. What you do, you become. А то, что вы делаете, тем вы становитесь. Be careful doing anything against God. Остерегайтесь, если вы делаете что-то против Бога. Be careful saying anything about God's thing. Остерегайтесь, что вы говорите о Божьих делах или о Божьих порядках. You know what Uzziah did? Знаете, что сделал Оззя? He got ahead of God. Он стал впереди Бога. And because he did, из-за того, God made him a leper the rest of his life. Бог сделал его прокаженным на остаток его жизни. So his ending didn't start out like the beginning. Потому его последние дни не были такими знаменателями, как начало. And the children of Israel wondering who's going to be on the throne now. И теперь дети Израиля спрашивают, кто же теперь будет на троне? Who's in control here? Кто будет контролировать ситуацию? You see, the leadership was messed up. Теперь они достойного лидера. They said, we have nowhere to go. И они говорят, нам некуда идти. You know, it's going to be like the book of Judges where people did things right in their own eyes. И это как в книге Судей написано, что люди делали то, что казалось им правильно в их глазах. Because they don't have a shepherd. У них нет пастыря. What will happen? То, что происходит. What has to happen? И то, что должно произойти. We must see the Lord high and lifted up. Мы должны видеть Господа высоко превознесённым. Isaiah said, when I saw the Lord in his reign, it hit the temple, then the smoke filled the house where they were at. Исаия говорит, что тогда, когда он видел Господа, дым наполнил весь дом. The post began to shake and God filled that place. Эти столбы стали трястись, когда Бог наполнил это помещение. You know, as I was reading that, когда я читал эти слова, I thought about that. И я думал об этом. I want the smoke of God's house to fill us here. Я хотел бы, чтобы дым славы Божьей наполнял каждого из нас. You know what Isaiah says? Знаете, что говорит Исаия? The Lord never left his throne. He's high and lifted up. Что Господь не оставил своего трона. Он высоко превознесен. He says, I'm still in control. И он... Our trust in the Lord. Когда мы доверяемся Господу. When we put our faith in the Word of God. Когда мы вкладываем веру в Божье Слово. When we put everything we've got into the Lord's work, God fills the house. Когда все мы вкладываем в Божье дело, Бог наполняет дом. Now that's my introduction. Это всего лишь введение. What happens when the smoke fills the house? Что происходит, когда дом наполнил дымом? Well, if you have a house fire, а если в доме горит огонь, sometimes you can't tell if you've had a fire from the outside. You have to walk inside the house. Иногда вы не знаете, где горит огонь. Вам нужно зайти внутрь дома, чтобы определить, где горит. There's always smoke damage. Всегда дым, он режет вам глаза. I thought about that. Я думал об этом.
The smoke filled the house. А дом наполнился дымом. What happens when smoke fills a home? Что происходит, когда дом наполнен дымом? I want you to see the perception of the smoke here. И я хотел бы, чтобы вы увидели понимание этого дыма. When a home is ignited with fire, it only takes seconds for the smoke to fill the entire house. Если в доме что-то загорелось, несколько секунд требуется, чтобы комната была заполнена дымом. I remember a couple of years ago. Я помню несколько лет назад. We almost burnt the church in Kishinev to the ground. Мы чуть не спалили церковь в Кишиневе дотла. I was up in my office studying. А я находился в своем офисе изучал. And we had an old washer downstairs. А на первом этаже была старая сушилка. And it caught on fire. И там произошло что-то, она загорелась. And I came out of the office and said, "Man, smells like somebody's smoking in here." И я вышел, чувствую запах дыма в коридоре. And I walked downstairs. Я спустился вниз. And that fire was like that, and my eyeballs went like this. А там уже горело пламя, и мои глаза были вот такие большие. And all of a sudden, there was a fire in the first floor of the church, and there was smoke everywhere. И горит этот паркет, и лак, и все там. It did not take long for the smoke to fill the house. Не требовало много времени, чтобы весь этаж заполнился дымом. When smoke filled the house, the only thing you can see is the smoke. Когда дом наполняется дымом, все, что вы видите везде, только дым. You know what your visibility is? А знаете, сколько вы можете видеть? Zero. Ноль. The only thing you can see is the smoke. Все, что вам видно, это дым. Brother, when we want the glory of God to fall on a place, когда мы желаем, чтобы Божья слава наполняла дом, sometimes you can't see who's preaching. Иногда вы не видите, кто проповедует. Sometimes you can't see who's singing. Вы не слышите, кто поет. Sometimes you can't see who's shouting. Вы не слышите, кто восклицает. Sometimes you can't see who's testifying. Или кто свидетельствует. The only thing that you want to see is the smoke. Единственное, что вы видите, это дым. You know, I've been in church all my life. И я ходил много лет в церковь. There are some people that can't stand to see somebody else sing. И есть люди, которые не сносят тогда, когда кто-то другой поет. There are some people. Есть другие люди. They don't even like to hear some certain people preach. Когда кто-то другой проповедует, они не хотят их слушать. In my home church in Canton, Ohio. В моей домашней церкви в Кантоне, в Огайо. We have one preacher that preaches there. Мы имеем проповедника, который там проповедует. And every time he comes to preach, there are about 10 people that don't come to church. И когда он выходит проповедовать, 10 человек, они приходят на служение. You know why? Знаете почему? They don't like what he has to say. Им не нравится то, что он имеет сказать. So instead of getting a blessing from God and coming to church, they just say, "I don't want anything to do with it. I'm not coming." Вместо того, чтобы получить благословение, приходя в церковь, они решаются остаться без благословения и не приходят. But I want you to know, но я хотел бы, чтобы вы знали, when the smoke fills a house, когда дом наполнен дымом, you don't care who's preaching. Тогда не важно, кто проповедует. You don't care who's singing. Или кто поет. You don't care who's testifying. Или кто свидетельствует. All you want to see is the glory of God to fall in that place. Все, что вы хотите, чтобы Божья слава спустилась на это место. Our eyes need to be focused on the smoke. Наши глаза должны быть сфокусированы на дыме. If God is touching people, когда Бог прикасается к людям, who can say that they can't have the glory of God in their life? Кто может сказать, что Божья слава наполнила мою жизнь? I don't know about you, I want to see the glory of God fall here. Я не знаю насчет вас, но я хотел бы видеть, как Божья слава наполняет каждого. I want people to come forward and get saved. Чтобы люди выходили вперед, принимали спасение. I want people to read the Bible and let God change your life. Чтобы люди читали Писание, чтобы Бог менял их жизнь. I want to see people grow in the Lord so they bring others to Jesus Christ. Чтобы люди возрастали в Господе и приводили других к Иисусу Христу. The only way that can happen is if the smoke fills the house. То, как это будет происходить, если
дым наполнит этот дом. Not only do you see the perception of the smoke, but you see the power of the smoke. Мы не только видим понимание дыма, но мы видим также силу дыма. I didn't know this. Я не знал этого. How many know what a firefighter is? Кто из вас знает, кто такой пожарник? Everybody knows who they are, right? Про пожарников, да? Okay. Do you know that firefighters can read smoke? Знаете ли вы, что пожарник, он умеет различать дым, скажем, от пластмассы, от дерева, от тряпки, от чего-то. Exactly. They know what kind of smoke that is. Они знают, от чего исходит дым. They can tell what's burning inside of a building. Они могут сказать, что же там внутри помещения горит. They can tell how intense the heat is inside that building. И насколько там раскаленная атмосфера внутри. You can tell what's going on the inside. Вы можете знать, что же происходит внутри человека. When that smoke starts rolling out that door, you can tell what's in the inside. Когда дым выволакивается из двери, вы можете знать, что происходит внутри этого дома. Wouldn't it be wonderful if we seen the smoke rolling out of this place? Было бы прекрасно, чтобы видеть дом, дым в этом месте. Do you realize smoke is just a byproduct? Smoke only points you to the source. А дым всего лишь это как бы последствие того, а что производит огонь. It's where the smoke come from. А вот от чего исходит дым. Smoke is not the source of our worship. А дым это не источник нашего поклонения. It only points us to the source. Это только указывает на источник. I don't know about you. Я не знаю насчет вас. I want the smoke to fill this church. Но я хотел бы, чтобы дым наполнял эту церковь. I want the smoke to fill our hearts. Я хотел бы, чтобы дым наполнял наши сердца. The smoke always points to Jesus. И этот дым всегда указывает на Иисуса. I wonder tonight. Мне интересно этим вечером. Do you know Jesus as your Savior? Знаете ли вы Иисуса как вашего спасителя? Jesus said, "I'm the way, the truth, the life. No man cometh unto the Father but by me." Иисус говорит, я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как кроме через меня. Jesus said, "I'm the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live." Иисус говорит, я есть воскресение и жизнь. Верующий меня, если умрет, оживет. Jesus said, "I'm the door. By me, if any man enter in, he shall be saved and go in and out and find pasture." Иисус говорит, я есть воскресение и жизнь, а если кто войдет и выйдет, тот пажить найдет. Where will you go when you die? Куда попадете вы, когда умрете? Have you been saved by the blood of Jesus? Были ли вы спасены кровью Иисуса? Has there ever been a time in your life where you humbled yourself and received Christ into your soul for salvation? Было ли время, когда вы смирили себя и приняли Иисуса Христа в вашу душу для спасения? I'm not saved because I'm good. Я не спасен тем, что я хорош. Bible says there's none righteous, no, not one. Библия говорит, что нет праведного, абсолютно ни одного. One day you're gonna die. В один день вам придется умереть. Bible says appointed unto man once to die, and after that the judgment. И Библия говорит, что положено человеку однажды умереть, а потом суд. There's none righteous, no, not one. Нет праведного, ни одного. Bible says he that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Библия говорит, что кто разумеет делать добро, не делает тому грех. The Bible says, Библия говорит, the wages of sin is death, but the gift of God's eternal life through Jesus Christ our Lord. Возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Jesus is the only way to heaven. Иисус единственный путь на небо. There's no other name given among men whereby we must be saved, and that's Jesus. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спасти. Have you received Jesus as your Savior? Приняли ли вы Иисуса как Спасителя? Bible says, as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Библия говорит, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть называться и быть детьми Божьими. Smoke is the source of who Jesus is. Дым — это источник того, кто есть Иисус. Smoke always points to Jesus. Дым всегда указывает на Иисуса. Not only do we see the power of the smoke, мы не только видим силу дыма, but we see the productivity of the smoke. Мы также видим продуктивность дыма. Do you realize something? Понимаете ли вы нечто? Not one centimeter of the home that's filled with smoke can stop the smoke from getting where it's at.
ни один сантиметр дома, наполненного дыма, не может быть исключением того, где находится дым. You can't prevent that smoke from getting where it needs to go. Вы не можете остановить дым, чтобы он не попал в какой-то угол или куда ему нужно пойти. Smoke, like water, takes the path of least resistance. Дым, как и вода, она идет по пути наименьшего сопротивления. It doesn't matter how tight a home is sealed, smoke will find a way to get in every room of that house. Не важно, насколько узкое помещение. Дым наполнит все помещение. So wherever you go, there's smoke everywhere. И куда бы вы ни пошли, дым будет повсеместно. Do you know not one centimeter of my heart, if smoke wants to fill it, thank God it can be filled. И слава Господу, что ни один сантиметр из моего сердца, если Бог желает его наполнить, не останется незаполненным. You see, when you get saved, когда вы принимаете спасение, God puts himself inside of you. Бог ставит себя внутрь вас. It's called the Holy Spirit. И это называется Святым Духом. The Holy Spirit is God. Дух Святой – это Бог. Jesus is God. Иисус есть Бог. The Father is God. И Отец есть Бог. And those three are one. И эти три суть одно. But after you get saved, а после чего вы приняли спасение, you're filled with the Holy Spirit. Вы наполнены Святым Духом. The Bible says, Библия говорит, be not drunk with wine, where is an excess, but be ye filled with the Spirit of God. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Божьим. It's time we empty ourselves of our sin and ourselves and be filled with the Holy Spirit. И это время, когда мы должны опорожнить себя от греха, от себя и наполнить Духом Святым. One, not one inch of that house will not be touched by smoke. Ни один сантиметр этого дома не может быть исключением от дыма. But the productivity can be stopped. Но продуктивность может быть остановлена. Smoke can be stopped. А дым можно остановить. Now the only way you can get smoke out of a house, то, как вы можете выбрать дым из дома, is to pump air from the outside to the inside. Это качать воздух извне внутрь комнаты. The only way to get rid of smoke on the inside is outside influences. Тогда, когда вы будете оказывать влияние извне, дым должен будет освободить помещение. You know, when there's a fire breakout in the house, the firemen will bust up roofs and open doors and crash through windows to make sure the air from the outside gets in. Когда случается пожар в доме, пожарники разбивают будто крышу, окна, двери открываются, чтобы наружный воздух заполнил помещение. Here's the lesson for all of us tonight. И это урок для каждого из нас этим вечером. You want the glory of God to leave our church? Just let the outside get in here. И если вы хотите, чтобы Божья слава ушла из нашего дома, позвольте этому миру заполнить это место. Some of you are playing games with God. Некоторые играют с Богом в игры. You know you're supposed to be reading your Bible and you ain't. Вы знаете, что вы должны читать Библию, а не читаете. You know you're supposed to be serious about the Lord. Вы знаете, что вам нужно иметь серьезное отношение в отношении Господа? Don't you want God to be serious with you when you have trouble? Чтобы Бог отнесся к вам серьезно? Everybody here, when you got trouble, what do they say? Oh God, help me. Все, когда случается беда, кричат: Боже, помоги! It's real quiet here. Стало очень тихо. You know what our problem is sometimes? Знаете, в чем наша беда иногда? We let sin creep into our hearts. Мы позволяем греху вкрасться к нам в сердце. We let selfish desires get in front of what God wants us to do for our lives. И эгоистичные желания стать перед теми, которые являются Божьими намерениями. If we continue to allow sin in our life and self to take over, the air will go out of here, the smoke will go. We won't feel, see the God's house fill. Если грех начнет проникать, тогда дым Духа Божия, он уйдет с этого места. Some people are exposing their children to the wrong things. Некоторые люди, они представляют своих детей под неправильным влиянием. Some of you are drinking on the side. А кто-то, может быть, пьет перед детьми.
You're living out there in the world different than you live in here. Или вы живете в мире не так, как ведете себя здесь, спаете тихеньким. You got dirty movies going on in your house. Смотрите грязные фильмы в ваших домах. You talk about people all the time. Или обговариваете какие-то людские взаимоотношения, вас не касающиеся. We're letting the outside choke out the glory that's inside. Тогда мы позволяем внешнему проникнуть вовнутрь и изгнать то, что поселил туда Бог. Christian, do you need to repent of sin? Христиане, необходимо ли вам раскаяться в грехе? Not only do we see the productivity stopped, не только видим, что останавливается продуктивность, but then we see the presence of the smoke. Мы видим присутствие дыма. Once that fire goes out, тогда, когда разгорается огонь, once they've extinguished the fire, и если они этим огнетушителем полили огонь, as long as the house stands, there will always be an evidence of the smoke. Сколько будет стоять этот дом, всегда будет там присутствовать запах дыма. Ever since we've had that fire in the church, знаете, с тех пор, как загорелась вот эта машинка сушильная в церкви, if you get close to that wood, you can still smell that smoke. Если прийти к этому месту, где она стояла, там чувствуется запах гари. Even though the smoke's gone, даже дыма нет уже, the evidence of the smoke is still there. Но вот этот запах дыма там по-прежнему присутствует. You may be able to tear the drywall off, and you can get down to the frame and concrete. You can take a whiff of that wood or a piece of concrete and still smell the smoke there. Можно забрать этот гипсокартон и там цемент и дерево, но там во всем присутствует запах дыма. I believe there's many churches that are still standing, but the smoke is long gone. Думаю, что многие церкви по-прежнему стоят, но вот этого дыма там уже давным-давно не видно. But there's a presence of the smoke that's still there. Остался только запах дыма. But they're preventing everything that can prevent it to be seen. И они делают все возможное, чтобы как-то показать себя или представить себя. You can try to cover it up with the paint of pride. Вы можете это все закрасить краской гордости. You can try to cover it up or paint it up with the agent of apathy. Вы можете сделать это с апатией какой-то. You can try to deodorize it with the perfume of performance. Вы можете все это задухарить духами показухи. But it doesn't negate that the smoke is always going to be there. Но это не факт, что исчезнет запах дыма. It breaks my heart what the devil is doing to churches here in Moldova. Сокрушает мое сердце, смотря на то, что дьявол делает в церквах. The glory of God's left. Где Божья слава ушла. Let me ask you a question. Хотел бы я спросить вас. What side of the smoke do you want to be on? А на какой стороне дыма вы бы хотели оказаться? This smoke этот дым, is where the glory of God filled the house. Когда Божья слава наполняет дом. But there's another smoke that's mentioned in the Bible that you don't want. А есть другой дым, который упоминается в Библии, который мы не хотели бы иметь. Look at God here. Look at Psalms 18. Посмотрите в 18 псалом. Last scripture. Это будет последний наш отрывок. Psalms 18. Псалом 18. You don't want this smoke. Вы не хотели бы, чтобы такой дым присутствовал. Страничка 587. Verse 6. Шестой стих. In my distress I called upon the Lord and cried unto my God. He heard my voice out of the temple, and my cry came before him, even unto his ears. В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему возопил. Он услышал голос мой из храма своего, и вопль мой пришел пред него в самый... А тогда затряслась и задрожала земля, и поколебались, и были потрясены основания холмов, ибо пришел в ярость он. There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured. Coals were kindled by it. Поднялся дым из ноздрей его, и огонь из уст его пожрал уголья, загорелись от него.
This is the smoke of the wrath of God coming out of God's nostrils. Это дым Божьего гнева, который выходит из Божьих ноздрей. The smoke of anger. Дым гнева. Which side of the smoke do you want to be on? На какой стороне дыма вы бы хотели оказаться? Some of you are being suffocated by the smoke of sin. Некоторые они удушаются дымом греха. Or the smoke of self. Или дымом себя. Whatever it is, что бы это ни было, it's preventing the glory of God to fall. Это препятствует Божьей славе сойти. Think about it. Подумайте об этом. There's smoke in your home, there's no visibility. Если дым заполнил ваш дом, вы ничего не можете видеть. How do you get it out? А как же его выгнать из дому? You know, think about this. Подумайте. When smoke comes into your house, it always goes to the top. Когда дым заполняет вашу комнату, он начинает сверху. It mushrooms out and then it falls. И он спускается ниже и ниже по мере заполнения. Smoke always starts from above. А дым, он всегда вверху. You know what happens when you have a fire? Знаете, что происходит, когда загорается что-то? You know what they tell you? Знаете, что они вам скажут? Вам нужно на четвереньках пробраться, выключить электроприборы. You got to get as low as you can. Да, как можно ниже, чтобы не задохнуться. Why? Почему? So you can breathe. Чтобы вы могли дышать. You know what I'm saying? Понимаете, о чем я говорю? Tonight. Эти вечером. You got to get low. Вам нужно стать ниже. You got to get humble with God. Вам нужно смирить себя перед Богом. So you don't get suffocated with the smoke. Чтобы вас не задушил дым. You got to get low. Вам нужно спуститься вниз. You willing to get low? Готовы ли вы стать ниже? What do you do when you get low? Что мы делаем, когда спускаемся ниже? You get humble. Тогда мы смиряемся. It's me, Lord. Тогда мы признаем, это я, Господь. It's my sin. Это мой грех. My sin. Это мое. Whatever your sin is, какой бы ни был ваш грех, it's not my sin. Это может быть не мой грех. You know your sin. Вы знаете, как называется ваш грех. You gotta humble yourself. И вам нужно сказать: осмиряюсь, Господи. Now you're either on the smoke that fills God's house. Или вы на стороне дыма, который наполняет Божий дом. Or you're on the smoke that fills God's wrath and His nostrils and His anger. Или вы на стороне дыма, который исходит из Божьих ноздрей, Божьего гнева. The message tonight is. Проповедь этим вечером. Get low. Чтобы стать ниже. Get low. Спуститься вниз. Get right with God. И исправить взаимоотношения Why? С Богом. So you can have a relationship with Him. Чтобы иметь правильные с Ним взаимоотношения. So the glory of God can fall. Чтобы Божья слава могла наполнить вас. Because if you get around the smoke of God's nostrils. Потому что если вы окажетесь в окружении Божьего гнева дыма. You'll get destroyed. Вы будете разрушены. Let's stand for prayer. Мы встанем для молитвы теперь. With all heads bowed and eyes closed. Тогда, когда наши головы склонены и глаза закрыты. Tonight. Этим вечером. Where are you at with the Lord? Где вы находитесь в взаимоотношениях с Господом? If you were to die right now, если бы вам пришлось умереть теперь, where are you going to spend eternity? Где вы проведете вечность? Well, Brother Paul, I hope I'm going to heaven when I die. Вы скажете: о, брат Пол, я надеюсь, что попаду на небо, когда умру. You don't have to hope. Вам не нужно надеяться. You can know for sure. Вы можете знать точно. In fact, you can have confidence. И вы можете быть уверены. If you believe on Him for salvation, вы поверили Ему в спасение. He'll give you salvation. Он вручит вам спасение. You gotta humble yourself. Вам необходимо для этого смириться. If you're here tonight, если вы находясь здесь этим вечером, you're not saved. И вы еще не спасенный человек. Why don't you come right now? Почему вам не выйти сюда вперед? Why don't you come and get saved tonight? И сказать: Господи, прости. You're not going to give an account of me or anybody else. Вы не будете давать отчет за меня или за кого-то из присутствующих. You're going to give account of yourself. Вы будете давать отчет за вашу жизнь. God says. Бог говорит. Humble yourself. Смирите себя. Come forward right now. Выйти вперед теперь можно. I'll open the Bible. Я рад открыть буду Библию. Show you how to be saved. И показать вам, как быть спасенным. Anybody like that? Если есть такие желающие. I need to be saved tonight. Которые скажут: я нуждаюсь в спасении этим вечером. If you need to be saved. Если вам необходимо быть спасенным. Look up at me right now. Гляньте на меня теперь. You need to be saved. Если вам нужно быть спасенным. Would you come? Пройдите сюда. Come right here.
не стесняясь вперед. Don't wait, man. You ain't saved by religion. Вы не спасаетесь никакой религией. Saved by Christ. Вы спасаетесь Христом. Would you come right now and get saved? Сделайте это решение теперь, чтобы быть спасенным. Anybody? Если желающие. Come right now. Сделайте, не стесняйтесь. Don't be afraid. Не бойтесь. Be afraid of God. Бойтесь Бога. Don't be afraid of people. Не бойтесь людей. Anybody like that? Если есть желающие. I'd like to repent. Которые скажут, я желал бы раскаяться. Anybody like that? Если есть у вас желание. Christian, let me ask you a question tonight. Я хотел бы задать также вопросы христианам. Are you in any way with your life, are you preventing the smoke from filling God's house here? Каким-то образом в вашей жизни вы препятствуете ли Божьему дыму наполнить ваше сердце? Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за тот дым, которым Ты желаешь наполнить наши сердца, наши дома, наши церкви, окружение наше для того, чтобы Ты мог руководить, Ты мог контролировать, Ты мог вести нас туда, куда Ты желаешь, к успеху или к лучшему того, чего мы сами не можем видеть и не можем знать. Благослови намерение нашего сердца смириться под Твою крепкую руку для того, чтобы, следуя за Тобой, быть теми благословенными Твоими детьми, которые передают эту зависимость другим людям, чтобы и они могли радоваться Твоему присутствию. И Ты был возвеличен и прославлен в их жизни. Во имя Иисуса Христа молимся. А занимайте ваши места, это время пения. 67 номер. Радость душу наполняет и большой рекой течет. Когда дух не совершает коренной переворот. 67 номер. Радость душу наполняет и большой рекой течет. Когда дух не совершает коренной переворот. Сердце тишина Господа дана. Talks about quietness here. Здесь говорится о тишине. Is your heart quiet tonight? Тишина есть ли в вашем сердце? If you get Jesus, если вы примете Иисуса, He'll take all that pain and heartache. Он заберет всю эту сердечную боль. He'll fill your heart with quietness. И наполнит ваше сердце тишиной. I'm giving you an opportunity to repent. Это время для раскаяния. Why don't you come forward? Почему вам не выйти вперед, чтобы быть в этой тишине?
me ask you, Christian, tonight, я хотел бы также задать вопрос и христианам, когда другие размышляют. Let me ask you a question. Разрешите задать вам вопрос. What side of the smoke are you on? На какой стороне дыма находитесь вы? Are you on the side of the wrath of God? Вы на стороне Божьего гнева? Or the glory of God? Или Божьей славы? It's very simple. Это очень просто. Are you living a life that's pleasing to the Lord? Живете ли вы жизнью угодной Господу? Are you a godly man and a godly woman? Вы благочестивый мужчина или женщина? If you're not, если нет, you need to repent. Вам необходимо раскаяться. Christian, you need to get your heart right so it can be filled with the Holy Spirit. И христианам нужно исправить отношение сердца, чтобы оно было наполнено Духом Святым. We love you tonight. Мы любим вас. We want to see you help. И хотим вам помочь. This is not a hurting message. Это не вредящая проповедь. This is a helping. Это проповедь для помощи. We want to help you. Чтобы вы увидели успех. One, you pray for us. Пожалуйста, ради вам помолиться. Tată Ceresc, mulțumim pentru ceasul seară, mulțumim pentru cuvântul Tău, adevărat care a fost predicat acum în continuare, mulțumim pentru acest exemplu, mulțumim pentru această ilustrație, Doamne, care este, putem să o folosim, Doamne, în viața noastră, Doamne, pentru fiecare creștin care este aici, pentru frate, soră, Doamne, care este aici, încurajat, Doamne, pentru fiecare care este aici, în această sală, poate e cineva acasă care este bolnav, Doamne, binecuvântează pe ei, ca să încurajezi, binecuvântează aceste cântări, care este cântat în cuvântul Tău, și, Doamne, ca să ne gândim în fiecare zi la aceasta, Doamne, ca să pune, Doamne, să avem o minte curată, Doamne, în fața Ta, o inimă curată, Doamne, ca să fim smeriți, Doamne, ca să fim cu Tine continuare în fiecare zi, Doamne, această mână, Doamne, ca să fim o binecuvântare, o lumină pentru Tine. A, cineva, Doamne, din jurul nostru, binecuvântează fiecare, toate soră care este aici, binecuvântează această seară în continuare, părtășie, care va fi în continuu, Doamne, binecuvântează, îți mulțumim pentru acest mesaj care Tu ai transmis prin mesagerul Tău, în numele Tău, Iisus, mă rugat, amin. Amen. God bless you. Shake hands in fellowship. А Бог благословит вас. Жмите руки. Общайтесь. Те, которые хотели бы принять крещение. Я попросил вас остаться на несколько минут. Можно?